Трассу в юбилейном задумывали давно, а когда у юных лыжников 9-й спортшколы не оказалось места для тренировок, давнюю задумку начали воплощать в жизнь. Теперь рядом с парком у спортсменов есть отдельное помещение, мэрия выделила. Ну а выходят на лыжню уже не только представители этой спортшколы. По сравнению с тем, что у нас был просто 300-метровый круг. Сейчас у нас 3 километра, и я надеюсь, что мы улучшим нашу физическую подготовность. Кстати, инициаторами обустройства трассы стали ветераны спортивного ориентирования Барнаула. За пару дней они очистили 3 километра лыжни от зарослей, затем ее выровняли. Осталось лишь убрать несколько сухих деревьев. Не только сделана эта трасса для зимы, она будет обслуживаться и зимой, круглогодично, и летом. Летом могут любители спорта побегать, зрительным бегом позаниматься. Молодцы, дело доброе сделано. Я думаю, эта трасса будет востребована, особенно в начале зимнего сезона. Потому что, когда первый снег выпадает, в лесу, в Сосновом еще невозможно на лыжах кататься. А вот здесь, вот, где лиственные деревья, это очень хорошо и своевременно получается. Следить за порядком на лыжне будут воспитанники спортивной школы номер 9. Ну а остальные смогут просто наслаждаться воздухом и с удовольствием кататься, бегать и гулять по чистым дорожкам новой народной трассы. Татьяна Голубева, День с толком.